льется вот так вот просто кровище из руки во все стороны. Собака кричит, ей отрывают лапу в этот момент. Она ее просто вот так вот тяпнула, визжала так, так плакала, испугалась. Я потеряла свою собаку. Мне звонят похитители и говорят такие: «Твоя собака у меня». Привет, я Animagic, и сегодня я расскажу, что у нас тут случилось. А тем временем до 3 миллионов нам осталось всего 75 тысяч подписчиков, поэтому подписывайтесь скорее. А еще я недавно сняла очень классное видео из рубрики «Безумные товары». Если вы его не видели, обязательно посмотрите. И я сейчас думаю, какие еще рубрики снимать, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ролики вы больше всего любите и ждете. И как вам идея снять видео про мои расходы на питомцев? Если хотите такой ролик, ставьте лайк, и я еще и расскажу, и поделюсь, как мне один раз пришлось потратить аж 150 тысяч в путешествии только на собаку. Жесть! Расскажу сегодня три жутких истории, которые произошли, случились с нами за последнее время. И начнем с самой безобидной. Первая история уже со мной случалась, только это была не Юми, а Софи. Как вы помните, летом прошлого года у Софи случилась такая проблема с паранальными железами, когда происходит на попе у собаки образуется свищ, это прям такая вот дырка, рана на попе, жесткая вообще, это прям никому не пожелаю в жизни увидеть, из-за того, что типа загрязняются паранальные железы. Я тогда сказала, что многие ветеринары советуют их чихуашкам чистить постоянно, но я этого не делаю, потому что я принципиально считаю, что если у собаки ничего не болит и все нормально, то ничего ей чистить не надо и лазить никуда не надо. Ну, именно там паранальные железы, уши и так далее. Зубы чистить надо, когти стричь надо. В нашем путешествии с Юмичу, когда мы были в Мексике, у нас случилась такая ситуация, что корм, которым я обычно ее кормлю, его просто здесь нет. И поэтому пришлось купить первый попавшийся, любой корм, на букву L, да, какой-то более-менее приличный. И я теперь точно знаю, что это связано с кормом, потому что у Юмичу случилось то же самое. У нее засорились эти паранальные железы, в общем, она очень плохо себя чувствовала, у нее болела попа, у нее там была дырка, из которой все сочилось. Это очень неприятное зрелище, очень жалко собаку. Короче, она какое-то время, как-то началось, она не могла сходить в туалет покакать. Простите, пожалуйста, за такие подробности. Если хотите, перемотайте сразу на следующую историю. Но эта история для меня была очень грустная, потому что мы были в путешествии, нам пришлось искать срочно ветеринара. И это не так легко, как если ты у себя дома это делаешь. Я заподозрила что-то неладное, я поняла, что это корм. Я посмотрела, проверила у нее под хвостиком, что там происходит, и там случилось то же самое, что у Софи. Вот это вот местечко рядом с попой, где находятся вот эти паранальные железы, они засорились, и там образовался свищ. В общем, мы нашли ветеринара. Я нашла его по картам, по отзывам самого лучшего, кого только могла. И на самом деле оказалось, что это действительно попалась нам очень хорошая женщина, которая все посмотрела, все это выдавила, все обработала и сказала, какие таблетки давать, чем лечить, что туда в эту дырочку заливать. А это реально жесткий процесс, потому что в эту дырочку нужно прямо вот из шприца заливать собачке туда, в эту рану, мазь. И, в общем, это было жестко, и мне было очень жалко Юмичу, что у нее такое случилось. Но теперь я выучила урок. Я, кстати, скажу, я из каждой истории, которая произошла с нами, выучила урок. Я расскажу, какие уроки я выучила. Несмотря на то, что у меня столько животных, столько лет, я все равно постоянно продолжаю сталкиваться с какими-то ситуациями, в которых мне приходится учить уроки на личном опыте. Мы лечили это, и это лечение занимает очень долго, то есть 2 недели это все не заживает. Ей очень больно ходить в туалет, она очень плохо себя чувствует. И самая жесткая тема была с поиском вот этой штуки для собаки, которая надевается. Вот она, эта вещь. Это вот этот вот воротник, который надо надевать на собаку. И чтобы найти Юмичу вот этот воротник, самый простой, небольшой по ее размеру, пришлось объехать просто огромное количество зоомагазинов, обойти, чтобы найти его. И он стоил очень дорого. Я не понимаю, почему их просто нет в продаже. Очень мало магазинов, где они есть. Если они есть, то они какие-то гигантские, на маленьких собачек нет. Хотя в Мексике очень много маленьких собак и чихуашек тем более. Но почему-то вот пришлось обойти в Мехико, в столице, огромное количество магазинов, чтобы найти вот эту вот фигню. И когда я ее нашла, она стоила очень дорого, типа 1000 рублей. Не знаю, может быть, у нас тоже так стоит сейчас. Но последний раз я помню, когда у Софи вот это возникла ситуация, и мне пришлось купить этот воротник, которого у меня с собой, конечно же, не было. Я не взяла его с собой
поездку стоил типа 200 или 300 рублей. Ну, короче, это не так дорого. Это была еще одна жесткая проблема, но зато ветеринар, которая осматривала Юми, взяла не так много денег. То есть 1500 взяла она за осмотр, за лекарства, за все, за все, за все, за все. Просто вот 1500 за 2 недели бедный покемон наш мучился, страдал с этой попой. Я заливала ей это лекарство, мучила ее, да, мою собаку. И мы от этого излечились. И какой урок я выучила? Я 100% теперь могу сказать, что это происходит из-за корма, из-за питания, а не из-за того, что я их там не чищу. Юмичу уже 7 лет, Софише много лет. Ну, то есть всем моим собакам по много лет было, и я никогда этого не делала, и практически никогда у нас это не случалось. И в обоих случаях это случилось из-за корма, я считаю. Я купила ей корм, который ей непривычен, непонятной марки, непонятный состав. Ну, как бы у меня тогда не было просто выбора в поездке. И сразу же случилась эта проблема. Ну, буквально вот несколько дней она его поела, и случилась вот эта фигня. Слава вселенной, мэджик вселенной. И теперь я точно понимаю, что это из-за корма, поэтому очень тщательно нужно следить за питанием, покупать один и тот же хороший, качественный корм, а не лишь бы что. Но лучше в поездку вообще брать свой, потому что иначе может возникнуть вот такая ситуация. Но это самая безобидная история, которая произошла. Да, покемон. Да, покемон. История номер 2. Это нападение на нас агрессивной собаки. Начну с того, что в Мексике очень много собак. Очень много. Очень много. Если они шляются по улицам, то это все равно чьи-то собаки. Бывали даже места, когда мы приезжали, и просто это деревня с кучей чихуашек, которые у нас считаются типа собаками какими-то домашними, а у них просто вот они, как я не знаю, как хомячки какие-то, по 10 штук может в доме жить. И я хотела, кстати, сказать вам, если вам интересно видео про то, насколько много тут собак, про то, как они живут, про какие-то образ жизни, про правила, про людей, которые с ними гуляют, это отдельная профессия, гуляльщики, но только это не как там у нас человек с 2 собачками гуляет за денежку, а просто вот они ходят иногда по 10 собак у них. Это капец. Если вы хотите про это видео, пишите плюсик в комментариях, ставьте лайк или что-то. И очень часто они бывают, гуляют на свободном выгуле. То есть вот просто то, за что я против чего я постоянно топлю, что нельзя собакам давать свободный выгул. Нельзя просто отпускать собаку гулять. Она может потеряться, с ней может случиться что угодно, на нее может напасть другая собака, ее может сбить машина. Ну, короче, гулять. Если у вас есть собака, то вы должны с ней гулять. Так вот, здесь это правило не особо соблюдают, поэтому здесь очень много собак на свободном выгуле, и не всегда они не агрессивны. И... Да? Что? Что такое? Что случилось? На кого Юмичу лает? Здесь никого нет. Надеюсь. Покемон, ты чё? Один раз мы пошли на улицу гулять и шли по улице и увидели 3 или 4 собаки где-то вдалеке. Но так как мы здесь встречали очень много собак и в большинстве своем они не агрессивные, к сожалению, я забыла про правила безопасности и не подумала ничего и просто шла дальше. И вот эти собаки подходят к нам, и одна из них начинает очень-очень агрессивно реагировать на Юмичу. Просто вот нападать. И причем получается так, я не знаю даже как объяснить, получается так, что мне некуда деться, потому что они везде вокруг и начинают рычать, другие как бы подхватывают ее агрессию, тоже начинают как-то агрессировать. Юмичу, причем в этот момент, блин, почему-то, по какой-то причине начинает тоже на них рычать и лаять, то есть вместо того, чтобы испугаться. Маленький провокатор. Нельзя ни в коем случае пугаться и начинать убегать, а нужно как бы поднять руки, чтобы они подумали, что ты очень большой, очень высокий, и начать, наоборот, на них идти и кричать. Так вот, этот способ не сработал. Я просто такая поднимаю руки, начинаю такая на них, а им вообще пофиг. Вообще он в норме работает всегда. Я не понимаю, почему он не сработал. Обычно он работает даже условно с медведями. Я, конечно, не пробовала это с медведями. Слава вселенной, мне не приходилось. Они рычат на Юмичу, они приближаются, они большие. Мне страшно, капец. Я просто в афиге, я не понимаю, что делать. Я в панике. Юмичу стоит. И тут самый главный момент — не совершить очень важную, большую ошибку, которую вы можете совершить. Если вы оказались в ситуации рядом с агрессивной собакой, которая агрессирует на вашу собаку, ни в коем случае не хватайте собаку и не поднимайте на руки. Почему, да? С одной стороны, это может казаться вам не очень
не очень хорошим по отношению к своей собаке, но это из серии, когда самолет падает, сначала маску нужно надеть на... Мать сначала должна надеть маску на себя, а потом на ребенка, а не наоборот, на ребенка, потом на себя. Потому что если она наденет маску на ребенка, то как бы она может сама задохнуться, и в итоге ребенок останется один и ничем себе помочь не сможет. Поэтому маску сначала на себя, потом на ребенка. И в данном случае здесь то же самое. Если вы хватаете собаку, свою маленькую, на себя, и эти собаки агрессивны, на нее нападают, особенно в моменте, если они прям уже нападают, то вы таким образом подвергаете опасности себя. То есть они могут откусить вам руку, напасть на вас, разгрызть вас. Да, ужасно прозвучит, но как бы лучше, если они начнут кусать собаку, а вы в этот момент сможете, там, не знаю, снять ботинок, начать их лупить, кидать камнями. Нельзя, конечно, поступать так с животными, но если животное проявляет дикую агрессию и готово просто сожрать вашу собаку, то как ни крути, вам придется защищаться. И вот защита в виде схватить собаку на руки очень плохая, и большинство кинологов так не рекомендуют делать, потому что большая агрессивная собака может наброситься в желании схватить вашу маленькую собаку, она может схватить вас и повредить вас, и вы уже ничего не сможете сделать, когда у вас льется вот так вот просто кровище из руки во все стороны, собака кричит, ей отрывают лапу в этот момент, или голову, короче, нельзя так делать, нужно защитить собаку другим способом. Да, они на нее нападают, и не берите ее на руки. Пытайтесь ее защитить другим способом, защитив в первую очередь себя, свои руки, свое тело и так далее. У вас будет больше шансов спастись от этой ситуации, чем если возьмете ее на руки. В общем, я понимаю, что просто происходит капец. Сейчас Юмичу сожрут, и мне нужно что-то делать. И я реально начинаю... Просто у меня такой сланц и тапочек, вот так вот, просто брать тапочек и начинаю замахиваться, вот так вот кричать, поднимать, громко на них орать. И они немножко-немножко начинают успокаиваться, такие, ладно, что ты, да, все нормально. Я просто такая, я как это, эти чуваки, знаете, которые берут такие оружия, так, не приближаться, не двигаться, не подходить. Я беру этот тапочек и такая, типа, так, Юмичу у меня на поводке, я этот поводок к себе подтягиваю, чтобы она прямо к моей ноге, и мы просто вот так вот начинаем отходить, не подходить. И что происходит дальше? Мы уже на достаточно большом расстоянии от них, так они нас догоняют, и одна из собак просто вот так вот раз и хватает Юмичу сзади. Юмичу так визжала просто. Она ее просто вот так вот тяпнула, да, и я вообще так перепугалась. Я думала, что просто сейчас будет кровище, Юми оторвали лапу и что-то такое, потому что Юми визжала так плакала. Испугалась. Она дернулась, а она на поводке. И, короче, я вот так вот маша этим тапочком просто на одной ноге практически там. Как вы знаете, у собаки, у нее первый укус это предупреждение, второй укус это уже серьезный укус. То есть вот этот укус, который первый, это называется удар зубами. Она ее все-таки не укусила до крови, да, не оторвала ей там кусок хвоста, попы и чего-то, но она ее вот так вот предупредила. Короче, когда мы от них отмахнулись, ушли спиной, вот так вот уходили вот так вот еще раз заново, уже зашли на другую улицу, уже далеко, я схватила Юмичу, давай ее проверять, но все нормально, вообще все было окей. Даже не было какого-то вот, ну, места укуса. То есть она ее явно просто вот цапнула, ударила зубами, видимо, попав в косточки. То есть я нашла там местечко, где просто видно, что как синячок маленький. Ну, то есть это был удар зубами. Фу, я аж сейчас вся вспотела, пока я это рассказывала. У меня просто вот так вот тряслись ноги, ватные ножки. Знаете, когда вот чего-то очень боишься или вот что-то такое происходит, ты аж трясешься, вот просто замораживается тело. Все обошлось, но какой урок выносить из себя, из себя? Мозг отключается, когда рассказываешь, вспоминаешь эти жуткие истории. Какой урок я вынесла для себя? Это первое, что вот этот совет не брать на руки, это очень правильный совет. Второе, это то, что нужно отпугивать максимально, как возможно, кричать, повышать голос, рычать, не бояться, не стесняться, поднимать руки. И третий урок, это то, что никогда, никогда не забывать быть начеку, всегда быть начеку. Если вы находитесь где-то на неизвестной территории, где могут быть чужие собаки, всегда будьте начеку. Не идите туда, куда лучше не идти. Если вы видите стаю собак или вы видите где-то издалека уже каких-то собак, будьте очень осторожны, будьте бдительны. То есть знайте, что они не всегда могут быть позитивные, веселые, дружелюбные. Они могут напасть, поэтому будьте осторожны, особенно если это бездомные собаки. Ты герой, что ли?
Герой Юмичу. Ты покемон-герой, блин. Мне разруливать, да? А мне-то разруливать. Разруливать-то мне, понимаешь? Разруливать-то мне надо было. Вообще возьмите на себе за правило на жизнь. Не надо ни на кого тявкать, если вы не на своей территории. Не надо, зачем? По-братски вам советую. История номер 3. И самая главная ситуация, за которую я себя очень долго винила. И после этого я вынесла самый серьезный урок в своей жизни, который я, блин, уже выносила этот урок, но в этот раз точно, теперь уж точно, когда вот так вот мне уже по башке настучали и сказали, что вот так делать нельзя. Теперь, наверное, после того, что произошло, то есть меня несколько раз вселенная предупреждала, а потом и я сама всегда всем своим зрителям говорю, так делать нельзя. И нет, я сама так сделала, и вселенная просто такая, типа... Да, прости меня, покемон. Прости меня. Я, как всегда, издалека, но дело в том, что пока в этой поездке мы были с Юмичу, она очень милая, и она привлекает очень много внимания людей. Я поэтому... Почему я издалека? Я потом объясню, почему я об этом вообще сказала. Короче, она привлекает внимание людей, она прям просто мимо нее никто не проходит, обязательно все обращают на нее внимание, говорят, какая она милая, какая кьют, какая хорошенькая, какая лапочка тыры-пыры. Хотя вроде как Мексика, много чихуашек, но они немножко другие здесь, они больше похожи на Ивасика, на Эйвана, то есть они такие длинные мордочки. Ну, в общем, они не похожи на Юмичу, а она еще и длинношерстная, а здесь все короткошерстные большинство, и поэтому как бы вот на это все смотрят и просто говорят, господи, какая милота, божечки, кошечки. Этот факт оставьте в своей голове, потому что он вам пригодится позже в моей истории. Мы жили в каком-то районе, и там был рядом парк. Мы пошли в этот парк гулять. И это было вечером, темно. То есть темно как? На улице темно, но, конечно, есть светят какие-то фонари, то есть люди ходят и так далее. И в этом парке там кто-то сидел на скамейке, кто-то чем-то занимался. В общем, мы просто гуляли в этом парке. И в какой-то момент там был такой кусочек, где была зелень, я подумала, надо Юмичу спустить с поводочка, пусть она погуляет по травке. Это было катастрофически мощной ошибкой, и именно этот урок я и выучила. Никогда не спускайте свою собаку с поводка в неогражденной собачьей площадке на какой-то территории, где вы не в курсе, на неизвестной вам территории, в непонятных местах и так далее. Просто буквально за минуты, ты не успеваешь, такое как бы суета, вечер, парк, люди, ты не понимаешь, что происходит, где-то там кто-то там мороженое продает, где-то что-то кто-то играет в футбол там условно. И тут происходит такая ситуация, какие-то чуваки начинают долбить музыку, то есть у них такие огромные барабаны, они просто начинают в них стучать и что-то исполнять. Просто несколько первых ударов, Юмичу поднимает так голову, и я понимаю, что сейчас что-то происходит. Она начинает убегать. И здесь вопрос вообще не в скорости. Она это делает так быстро, что я не успеваю ее догнать. Не потому, что там я растерялась или еще что-то. Я просто начинаю бежать за ней, а она фигачит. И она игнорит меня. В норме, чтобы вы понимали, Юмичу очень послушная собака. Она делает все, что я скажу. Садись, она знает все команды. Зайди, выйди, ждать. Все, все команды. Но тут у нее просто отключается мозг от этого шума. Он ее пугает, и она начинает бежать. Я бегу за ней и понимаю, что мы на неизвестной территории, где очень много людей. Темно, на улице вечер. И этот шум, эти люди. И она просто бежит в неизвестности. Я бегу за ней. Капец, я сейчас вспоминаю, у меня просто мурашки по коже, потому что я вспоминаю те свои ощущения. У меня в ту секунду просто мысли в голове проносились моментально. У меня уже было в голове, как я буду ее искать, вешать объявления на столбах. Здесь часто, кстати, такое, что на столбах висят объявления о потерянных собаках, потому что собаки на свободном выгуле. И я понимаю, что моей скорости просто не хватает ее догнать. Настолько быстро она бежит, и она начинает бежать среди людей. А там еще парк, и вот эти вот какие-то кустики, какие-то фонтанчики, какие-то строения, что-то такое. И не просто вот поле, да, где видно, куда она бежит, еще и темно, и не видно, куда она бежит, я просто ее теряю из поля зрения, то есть я ее какое-то время догоняю, я кричу, Юмичу, стой, Юми, стой, стой, она знает команду стоп, она знает команду стой, она может остановиться, если вот она идет по улице, ты говоришь стоп, она встает, стой, она останавливается, тут просто у нее переклин, страх такой на нее напал, испуг от этих барабанов, что она просто пофигачила, куда глаза глядят реально. Забыв обо мне, забыв обо всем, забыв о том, что я ее хозяйка, то, что я ей команду какую-то даю, ей вообще было пофиг, она просто побежала и все. И я понимаю, что я теряю ее из поля зрения, все, я не вижу, где она, я просто не вижу. То есть какое-то время я, когда бежала за ней, я просто видела, что
я видела, что, где она бежит, и там среди ног вот так людей где-то, и тут я понимаю, что все, я ее не вижу. У меня глаза вот так вот бегают, голова крутится, я просто понимаю, что ее нет. Это капец, вот эта секунда, это такой страх, это такой ужас, что я сейчас просто потеряю ее. Не потеряю, а уже потеряла, я уже ее потеряла. Я потеряла свою собаку. И я не знаю, что делать. Я не понимаю, что делать в этой ситуации. И все, что мне приходит в голову, это начать бегать по всему этому парку, а это не закрытая территория. То есть из этого парка у него нет каких-то заборов или чего-то. Можно выйти куда угодно, на любую улицу, на любую, в любую сторону побежать, на все тысячи сторон света, которые существуют. Стороны света всего 4, Аня, но ладно, я имею в виду, что вот в город убежать и все, на дорогу выскочить. У меня уже в голове страшные кадры, как она выскочила в этом страхе на дорогу, как какая-то машина ехала быстро или какой-то чувак на мотобайке, и что-нибудь с ней случилось. А дальше у меня происходит другая ситуация, другой страх. Все это время, чтобы вы понимали, я ношусь по парку и спрашиваю каждого прохожего: вы видели собаку, вы видели собаку, вы видели собаку? Приходит мысль, что она очень милая, она очень красивая, очень классная собачка, очень, очень, божечки, кошечки. И существуют действительно такие истории, что в Мексике похищают людей и детей. И я слышала истории, что похищают даже собак. В смысле, не похищают, но как бы могут украсть, забрать, просто забрать. Понравилась собачка — и забрать. И у меня сразу в голове мысли. Мне звонят похитители и говорят такие: твоя собака у меня, заплати денег, и мы тебе ее вернем. Но потом я понимаю, как они, куда они мне звонят. В принципе, это никому не надо, наверное. Скорее всего, ее просто забрали себе, очень милую собачку, и все. Очень когда-то давно, и в России именно я так и делаю, я советовала один очень классный лайфхак. Это на адреснике собаки писать номер телефона. Не имя собаки, потому что когда вы пишете имя собаки, вор, человек, который хочет найти контакт с вашей собакой, он может прочитать имя на адреснике и как-то с ней начать контактировать. Это может прозвучать странно, но я реально рекомендую не писать на адреснике имя, а писать именно номер телефона. И так происходит у меня в норме обычно, но как бы здесь мы были в путешествии, в поездке. Но оправдания мне нет все равно, господи, что говорить. Все эти мысли в голове вот так вот моей роятся, я просто в панике, я не понимаю, что делать, собака потерялась, все, что мне делать, как мне ее искать, я бегаю по всему этому парку, и какие-то люди начинают мне говорить, одни говорят, она побежала туда, я такая: ого, класс, они ее видели, значит, она где-то здесь, я бегу туда, барабаны продолжают херачить, я понимаю, что она слышит эти барабаны, боится, паникует и носится, и, скорее всего, возможно, ищет меня тоже, но не знаю, потому что она игнорировала меня. Еще один есть лайфхак: когда собака убегает от вас, не слушается команда ко мне, да, и так далее, то есть такой типа лайфхак, что нужно, наоборот, отвернуться от нее и убегать в другую сторону. Но это если собака вас видит. Если она вас видит, да, она такая: ага, и побежит за вами. А в этом случае это не работает. Никто за тобой не побежит. У нее случился перекос, страх, испуг, и она пофигачила, куда глаза глядят. Я подбегаю к тем каким-то другим людям, куда указали одни люди. Они говорят: да, мы видели собаку, она побежала в другую сторону. Я в другую сторону, а там дорога. И я просто в шоке, что если она перебежала дорогу, куда она могла побежать? Но парк был недалеко от дома, в котором мы жили, квартиру, в которой мы снимали, и я думала, что она может пойти туда, побежать домой по запаху, найти как-то дом. Я думаю, надо, наверное, двигаться в сторону дома, уже бесполезно тут по парку носиться. Но все равно как бы я продолжаю двигаться по парку просто в сторону дома, потому что я думаю, что она, наверное, могла подумать о том, чтобы бежать в сторону дома. Но там большая дорога, ее нужно пересечь. И у меня паника, что если что-то, я подбегаю к этой дороге, начинаю смотреть на дороге. Вроде все нормально, движение не остановили, все ездят, все хорошо. То есть если бы сбили собаку, то, наверное, что-то бы как бы остановилось. Потом я бегу, вижу каких-то других людей, которые мне что-то показывают. Я к ним подбегаю, они говорят: вы собаку ищете? Я говорю: да. Они говорят: она вот там. То есть они показывают от дома, внутрь парка опять. Я опять туда, я уже вся потная, я трясусь, я не понимаю, что делать. Я в ужасе, я просто на грани, на какой-то... У меня сердце вот так вот выпрыгивает. И в какой-то момент я подбегаю к другим каким-то женщинам, они сидят на скамейке. Я думаю, что когда люди сидят на скамейке, то, наверное, они наблюдают за всем со стороны, они видели тоже. Я подбегаю к ним: вот, вон там какая-то беседка, идите туда, она где-то там. Короче, я к этой беседке бегу. Навстречу мне из этой беседки идут люди, идет мужчина,
еще какие-то куча детей, куча людей, и они подходят, а он идет, и у него на руках Юмичу. Он ее просто вот так вот держит со всей силы руками, потому что она вырывается, дергается вот так вот просто. Он ее несет и мне отдает. И я такая, блин, капец, спасибо, у меня такое было облегчение в ту секунду. Все это длилось очень долго. То есть я ее не потеряла на какую-то там минуту, 5-10, это длилось полчаса, как минимум полчаса. А может быть и час, я реально не считала время, но это не длилось там несколько минут. Что сказал этот чувак? Он говорит, мы увидели, что собака в панике носится вот так вот, бегает, и мы, и она от нас тоже убегала, она нас боялась, и мы стали ее окружать. Мы просто толпой ее окружили и не дали как бы из этого круга выбежать, и схватили ее, и поняли, что где-то здесь в парке есть ее хозяин. Он увидел меня и просто такой принес мне ее. Спасибо, добрые люди, которые помогли, спасибо большое. Я не знаю, что бы я делала. Это такой огромный урок вселенной. Я даже сейчас, рассказывая это, просто у меня вот так вот внутри какой-то мандраж, дрожь. Пока я ее искала, просто такое чувство вины было. Оно меня просто сожрало. Я такая дура, что я спустила ее с поводка. Надеюсь, для вас они будут очень поучительные. Я для этого, в принципе, их и рассказывала. Вы будете учиться на моих ошибках. Увидимся скоро в новых видео.